Целая гирлянда гастрономического удовольствия. Сорт томатов черри – красный лукум. Лукум, как всем известно, это восточная сладость. И такое название селекционеры дали этому сорту не зря. Он имеет очень сладкий десертный вкус. И, как видите, очень красивый на вид. Очень аккуратные плоды, такой идеально круглой формы, плотные, хорошо сидят на кисти. Они годятся для употребления в свежем виде, годятся для консервирования, устойчивы к осыпанию. От всходов до начала созревания проходит от 95 до 100 дней. Это раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Вот такие вот они у нас красавцы. Так просятся в рот.